Задержанный в Белоруссии Андрей Скрипкин, которого подозревают в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи на западе Москвы, признал свою вину. В ближайшее время его должны были передать российскому правосудию. По данным Интерфакса, в ходе допроса в Белоруссии Скрипкин рассказал о том, как убивал семью банкира. Он заявил, что преступление не было спланировано заранее и произошло спонтанно. Если верить задержанному, он пришел к Яхонтову обсудить некие финансовые дела. Между сторонами завязался конфликтный диалог, который перерос в драку. В потасовке Скрипкин повалил Яхонтова и связал его, а затем и всех остальных членов семьи. Однако даже связанный экс-банкир отказался выполнять требования, после чего тот убил всех членов семьи бизнесмена и уехал на машине в Белоруссию. И только что стало известно, что подозреваемый в жестоком убийстве Яхонтова и его родных повесился в изоляторе в Витебской области в Белоруссии.